Сегодня я иду на мебельную фабрику и хочу пройти по улице Калининой. Тем более, что моя подписчица Кира просила показать эту улицу. Она когда-то здесь жила или ее родственники здесь жили. Сегодня по Калинина. Покажу наш первый дом. Когда мы переехали, был первый дом, в котором мы купили квартиру. Это ЖК Островского. Но тогда он стоит как-то на улице Калинина и на Старом Рыбке, и на Ворошилова. Как-то так. Вот Ленина 49, а это Ленина 51, что ли? Или Калинина 51? А Кира говорила, что Калинина 52 они приезжали. Ну, я не знаю этих всех домов. Да, Калинина. Вот дом Калинина написано 51. Вот такая улица. Самая такая обычная. О, видите, как завалюшка завалилась. Когда-то мы жили и ходили на детскую площадку по этой улице. Но я не видела такую завалюшку. Или, может, она еще стояла? А теперь совершенно завалилась. Когда-то мы жили, купили квартиру в ЖК Островский на втором этаже. Новый дом был. Мы были первые жильцы, одни из первых. Там еще на третьем этаже молодая девушка жила, и все. Два жильца было когда-то. И вот мы ходили по этой улице с внучкой на детскую площадку, которая на аллее Тысячи Сосен, там ближе к больничке, к поликлинике. Так, сейчас мы переходим в Сегубскую. Идем, для нас все это так было дико, что на улице растут фрукты. Сейчас уже как-то попривыкли. Вот сюда поворачиваешь, старый рынок. Городок чистый, экология хорошая. Ну, промышленности никакой нету. Курортный город, поэтому власти стараются чистоту поддерживать. Вот цифры говорят, что ежегодно переезжает в Горячий Ключ до 800 человек. Так, рванем. Из плюсов называют южный климат с теплой весной, осенью, с очень короткой зимой, жарким летом, в которой можно купаться все лето. Вот. Великолепные пейзажи, где и лес, и ущелья, и водопады, и пещеры, и скалы, и море. Все есть. Вот такие плюсы. Ну и транспортная доступность. Это трасса М4 Дон рядом. И у нас есть ЖД вокзал, с которого можно доехать в любую точку быстро. Вот это вот дом. Самый первый дом, в котором мы купили квартиру. Хороший дом. Жилой комплекс Островского на Калинина. Вот это вот улица Калинина. А вообще адрес Ворошилова.
я уже не помню, 38, что ли. Из наших окон был виден вот этот вот, видите, красивый дом, да? Это очень новый дом, буквально год назад, наверное, его построили. А на этом месте был дом, ну, по нашим сибирским меркам, кирпичный такой добротный дом, в котором можно было бы сделать ремонт. Но его снесли до основания и построили вот такой шикарный дом. Из наших окон мы видели всю эту перетрубацию. Интересно. Да, Ворошилова 38. Уже столько мест сменили, что забывается. А вот здесь тоже был старый-старый домишко. Тоже его снесли на углу. И вот тоже строят что-то новое. Похоже на таунхаусы, что ли. Не на один дом конкретно. Да, а несколько. Так вот берут участок застройщики и строят несколько домов на одном участке. Получается, дом купишь, а земельного участка нет. Когда мы в этом новом доме жили, то по этой улице Калинина мы ходили на речку купаться. Тут буквально 5 минут идешь, и все блага тебе, все купания. О, Калинина 52А. Кира, это не ваш дом? Пойти, мусенька какая-то бежит ко мне. Не знаю, Кир, смотрите, короче. А может, у вас 52 просто? Вот еще домик. Может, этот ваш? 54 тут написано. Значит, 52 мы уже прошли. Ну, как-то так. Она такая рясная. Пока мы идем на речку, остановимся здесь, поизмажем все губы, язык, зубы, все. Но сладкая, крупная наслаждение. По-моему, вот это вот. Вот это мебельная фабрика. Но мне нужен мебельный магазин, поэтому я сейчас обойду со стороны реки. Вот сюда вот на речку мы бегали с нашего нового дома. Сейчас купаться. Ну, приезжаем иногда сюда.